И он там что-то себе построил, да? Да, построил. Мороны поставил этот. Угу. Черешня, иди сюда, черешня, иди сюда. Она говорит, да иду уже, иду. И вот сюда. Да, вот. А у Сергея далеко. Аленушка. Игоречек. Маленький. Сейчас нам надо найти, дойти до лотоса. Вот. И здесь вот развилка, и мы пошли почему-то по левой тропе. И не пошли по правой. Смотри его как точат, да? Да, интересные места, заповедные, заповедных и дремучих, в страшных муромских лесах. А вот стрелка, смотри. О, какой-то указатель. Я пойдем сюда. Еще одна развилка. Вот мы и дошли до лотоса, вот это вот такой расколотый такой вот расколотое дерево напоминает лотос, да, три листа. Вот. Это лотос написал. Угу. Да, и что, куда теперь? Что, по левой тропинке вот сюда мы пойдем. И снова по лесу. Да. Так. Идем, идем. Так, это мы. Арбат. Угу. И кто-то так красиво нарисовал фонарь. Так, а туда тропинка пошла вроде. Куда ты тропинка? Там палатка типа, смотри, гамак. Меня завела. Пойдем на эту палатку, наверное. Если он тут недалеко, да, не знаю, да? Они, видишь, они раздваиваются, черт его знает. А мы вообще идем в гости к Сергию, который здесь, да, живет уже давно. И он там что-то себе построил, да? Да, построил. Мороны поставил этот материал. Ну, это типа как гена, я понял. Ну да, да. Это надо, конечно, долго строить, чтобы вот так вот в одиночку натаскать материал. Посмотрим, как он устроился. Пойдем по этой тропинке. Пойдем. Мы все по левой и по левой. Пойдем влево. Нет, мама только у друзей. Мы играем, понятно? А Сергию как спросить, Сергию? Сергию, давай я вам покажу. Давай. А вы нам дадите слово? Ты с нами пойдешь, Сергию? Это мой посох. Давай мы вас ягодки угостим маленьких. А то у вас троим, а мама ушла в детстве. А папа где? Папа Сергей вон там. А папа у лесовых поломал. Папа где? Вот это. Папа, он уехал за обувью. Мама,
Куда мы идем? Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. О, мама говорит, в гости пошла. А мы к Сергию идем. Как нам пройти? Сергию. Сергию, как попасть? А это что, записываете что ли? Да. Смотри, какая маленькая камера. Я говорю, я вчера такая стена. Тут растет ягод. Вот не поверите, пою. Черешня, иди сюда, черешня, иди сюда. Она говорит, да иду уже, иду. И вот сюда. Да, вот. А у Сергия далеко. Аленушка. Игоречек. Маленький. А это Александр. Александр, это Сережа. Сергей. Тоже Сережа. Так, вот наш юный проводник. Тебя как зовут? Ясик. Как? Ясик. Ясик? Ясик. Ятик? В общем, непонятно. Не понял. Святослав. А, Святослав. Святик. Все, вот теперь понял. Тропа к Сергию заросла. Потому что он не Пушкин. Опа! Это я зацепился чем-то. Меня назад потянуло. Как я Пушкина вспомнил. А как же он по такой тропе еще всякие бревна носит? Не тут? А, это просто короткий путь, да? Ты показываешь. Да, потом сюда и сайты. Ясно. Нет, он с кругами должен идет. Вот тут тоже вот какой-то рисунок. Вот тут сейчас здесь. Ага. Ну все, пойдем. Тоже. А, все, уже опоздали. А кто там такие? Сергей там. Сергей, мир вашему дому. А где Сергей? Вот он, да. Миром принимаем. О, Сергей. Наконец-то я добрался. Видите, ты меня не узнаешь. Ну, узнаю, ты по голосу, ты, конечно. По голосу. Здравствуйте. Я же где-то побрился, на работе заставили. Мир вам. Все, ну мир вот мы пришли. Это, тебе маленькие телесенки осталось. Девочка. Тебе. Вот это. Да. Детишкам раздали вам, пока что. Спасибо. Слава. Ребята нам помогли показать. Да. Вот так живет здесь Сергей. У него здесь два помещения, это одно и там второе. Здесь просто такая зона отдыха, вот можно посидеть так вот, кресло. Все это он находит, приносит, вот, здорово здесь. И даже у него вот такая стеклянная дверь, ну, не буду заходить внутрь. Ну, поверьте, что там очень уютно, особенно первый домик, у него даже там есть такие, как бы второй ярус, где можно тоже спать, а само помещение напоминает юрту, оно такое полукруглое, а здесь он даже буржуйка стоит, это зимний вариант жилища. Он же как-то называется, да? Или барабан, или барабан, да? Ну вот вечером у нас там бывает много барабанов, собирается, кто-то с большими приходит. На гитары. Ну вот на стояночке там, стояночка, балкончик. И прям собирается много народу, и прям такое бывает, кто-то поет, там еще. Там уже весь.